Солдаты вооруженных сил Украины строят многоэтажное укрепсооружение вблизи поселка Новотошковка на линии соприкосновения, сообщил журналистам замкомандира бригады «Призрак» народной милиции ЛНР Михаил Писарев. По его словам, работы ведутся ежедневно и достаточно активно. Во время работы журналистов близ поселка Желобок, под контролем ЛНР, на просматриваемых позициях ВСУ был заметен оранжевый КАМАЗ и люди, проводящие какие-то работы. Писарев уточнил, что после объявления перемирия обстрелы позиций народной милиции ведутся не так часто, но все-таки провокации со стороны ВСУ периодически происходят. В субботу украинские военные обвинили ополченцев в обстрелах Авдеевки, Мариинки и Псков. Минобороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики сообщили о 13 нарушениях режима прекращения огня украинскими силовиками за сутки. 1 сентября в Донбассе начался режим прекращения огня, о котором стороны конфликта договорились 26 августа в Минске в ходе последнего заседания контактной группы по урегулированию ситуации на Украине.